Дальше можно углубляться и говорить о том, что вот эти колечки жонглерские, это типа я обручился с сюрреализмом. Я считаю, что ну, мое направление сюрреалистическое вообще в рисовании. Но точнее его определил в свое время Михаил Михайлович Шемякин. Он видел эти работы и потом через своего директора передал свои пожелания по поводу этих работ. Как мне сказал его директор после встречи, после того, как он посмотрел эту картину, что в моих картинах очень много эксцентрики. Сразу видно, что человек ну, циркового такого склада. Да? Он тоже очень любит цирк, Михаил Михайлович. Вот он с Полуниным сотрудничал, я сотрудничал в свое время с Полуниным. И вот это определение эксцентрика. Теперь я иногда добавляю, когда меня спрашивают, в каком вы жанре вы рисуете, я говорю эксцентрический сюрреализм. Почему? Потому что Михаил Михайлович Шемякин. Авторитет.